автомобильная сигнализация CenMax Vigilant ST7A оснащена функцией автозапуска и брелком с обратной связью. Устройство поставляется в большой картонной упаковке и комплектуется множеством вспомогательных компонентов подключения охранного комплекса, а также жгутами проводки и двумя брелками. Также в комплекте прилагается сопутствующая оснастка и подробная инструкция со схемой монтажа. Автомобильную сигнализацию CenMax Vigilant ST7A можно назвать золотой серединой в линейке охранных комплексов бренда с функцией обратной связи и автозапуска двигателя. Модель построена на базе хорошо проверенной аппаратной конфигурации. Главным элементом комплекса выступает управляющий модуль с массивными контактными группами подключения внешних элементов обвязки. Для удобства подключения разъемы разнесены по обе стороны корпуса управляющего блока, а в основании предусмотрены монтажные лапки фиксации. В комплекте с автосигнализацией CenMax прилагается термодатчик и концевик на капот, двухуровневый датчик удара и выносной антенный блок. Также к управляющему модулю подключается светодиодный индикатор и удобная клавиша отключения охранного комплекса. Для монтажа всей конструкции в комплекте предусмотрен набор проводки к каждому элементу, а также подробная инструкция со схемой и разводкой. Мы рекомендуем доверить установку охранного комплекса специализированному профильному сервису. Также комплект с автосигнализацией включает в себя два брелка управления. Вспомогательный оснащен тремя клавишами с управлением на короткое и длинное нажатие, а также номинальной дальностью передачи сигнала до 300 метров. Основной брелок с функцией обратной связи может похвастаться удобным монохромным дисплеем со множеством индикаторов. Среди дополнительных функций можно настроить работу датчиков и сценарии автозапуска двигателя.